Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами сделаем небольшой утренний комплекс, который поможет вам проснуться, почувствовать себя более жизнерадостными, активными, наполненными энергиями, и вы почувствуете себя значительно лучше после того, как вы его сделаете. Итак, мы начинаем. Мы начинаем с знакомых вам упражнений. Мы становимся на 4 опоры. Ладони под плечами, колени под тазобедренными суставами. Полностью расслабляем спину. Вывешиваем шею. И потом делаем плавный вдох, небольшой прогиб. Макушка и копчик идут вверх. Выдох, круглая спина. Снова вдох. Выдох. И третий раз вдох. И выдох. Остаемся здесь в положении с круглой спиной. И несколько раз переносим вес назад. Вытягиваем руки с поясницу. И потом вперед. Слегка провисаем на руках. Потом снова переносим вес назад. Протягиваем всю линию спины, позвоночника. Переносим вес вперед. Провисаем. И затем подгибаем руки, уходим вниз. Откатываемся назад. На вдохе. Идем вперед и вверх, накатываемся на руки, выдох, подгибаем локти, уходим назад. Снова вверх, вперед. На вдохе, на выдохе уходим мягко назад. Это волны, мы накатываемся вперед и точно так же плавной волной перекатываемся обратно. И еще разок. Следите за тем, чтобы вся линия спины включалась. Хорошо. И потом мы становимся на пальцы и выходим в горку. Мягко подтягиваемся в горке. То одну, то другую пятку подтягиваем к полу. Немного разминаем всю заднюю поверхность ног. Если у вас пятки не ставятся на пол полностью, вы можете подсогнуть немного колени. Тогда спина тоже расправится и расслабится, вытянется. Несколько раз поворачиваем голову влево-вправо. И потом ставим ноги вместе, правую ногу вносим вверх, на вдохе, на выдохе, шагаем правой ногой вперед, вдох, мягко раскрываем всю переднюю линию тела, выдох, отшагиваем назад правой ногой, и на следующем вдохе левая нога поднимается вверх, и мы шагаем ей вперед, точно так же ставим левую ногу, следите за тем, чтобы пятка была под коленом, чтобы здесь был прямой угол, не острый. Вдох, мягко раскрываемся. На вдохе. На выдохе опускаемся. И отшагиваем назад. Снова ставим ноги чуть шире. И отсюда переносим вес на руки. Планка. Пяточки толкаем назад, макушку тянем вперед. Подныриваем. Вдох. Снова раскрываем грудную клетку. Выходим в горку, выдох. И ставим опять ноги вместе. На вдохе поднимаем опять правую ногу вверх. Шагаем ей вперед. И опираемся локтем на колено. Разворачиваемся. Левую ногу ставим на стопу. И мягко раскрываем весь левый бок. Смотрим вниз. Мягко вытягиваем весь левый бок. На вдохе, на выдохе опускаемся и отшагиваем назад. Вдох, левая нога идет вверх. Шагаем вперед левой ногой. И точно так же вытягиваем, раскрываем теперь правый бок. Правую стопу толкаем в пол и мягко вытягиваемся от стопы до ладошки. Смотрим вниз на опорную ногу. На выдохе опускаемся. И снова отшагиваем в горку. Ставим стопы на ширине таза. Отсюда. Переносим вес на руки. Планка. Ненадолго задерживаемся в планке, буквально на пару дыханий. И потом подныриваем вдох. И выдох. Снова выходим в горку. И опять ставим стопы вместе. Вдох. Правая нога пошла вверх. Шагаем правой ногой вперед. Слегка упираемся ладошками в колено и вытягиваем всю спинку вперед. И потом разворачиваемся животом к бедру. Создаем
упор ладошка в ладошку. И аккуратно, очень важно здесь не перекрутить корпус, а просто обозначить это движение. Заглядываем на правый локоть. Плавный вдох, плавный выдох. Массируются внутренние органы, запускаются все процессы. На вдохе аккуратно разворачиваемся и отшагиваем правой ногой назад. Делаем вдох, выдох. Снова ставим стопы вместе. Левая нога пошла вверх. На вдохе. Переносим вес на руки, подшагиваем левой ногой вперед. И здесь повторяем то же самое. Аккуратно довытягиваем позвоночник вперед вдоль ноги. И разворачиваемся животом к левому бедру. Заглядываем на левую локоть. Плавный вдох, плавный выдох. И потом на вдохе разворачиваемся и отшагиваем левой ногой назад. И здесь тоже делаем плавный вдох, плавный выдох. И снова переносим вес на руки, планка. Это на выдохе. Вдох. Мягко подныриваем. Небольшой прогиб. Мышцами живота всегда поддерживаете поясницу, когда вы в прогибе. Выдох. Горка. Снова еще раз планка. Выдох. Вдох. Мягко раскрылись. Выдох, снова горка. И последний, третий раз. Переносим вес на руки, планка. На выдохе вдох, пошли вниз. Раскрылись. И выдох, горка. Здесь восстанавливаем дыхательный ритм. Если он у вас сбился, можно сделать вдох, сделать выдох. И потом шагаем ногой в сторону. И ставим ноги так, чтобы они были широко, но чтобы вы чувствовали себя стабильно. Упираемся ладошками в бедра и мягко довытягиваем себя, весь позвоночник вперед. И потом балансируем между руками и ногами. Отшагиваем вперед немного пальцами, таз толкаем назад. Еще немного вперед, руки еще немного назад, таз. Постоянно мы довытягиваем линию спины. При этом вес должен быть на пятках. Если вы можете оторвать руки, значит все в порядке. Если вы на них больше опираетесь, то толкните таз назад и перенесите вес вот прям на пятки, и чтобы вы почувствовали, как задняя поверхность ног вытягивается. И постойте в этом положении несколько дыханий. Плавный вдох, плавный выдох. Почувствуйте, как вытягивается, расслабляется спина и шея. И потом на вдохе аккуратно приподнимаемся, подшагиваем ногами. И здесь уже можно лечь отдохнуть. Когда мы ложимся, мы раскатываем спинку, позвонок за позвонком. На вдохе хорошенько вытягиваемся, оттягиваем пятки, носки вперед и раскрываем всю переднюю поверхность тела. Кладем руки, расслабляемся, полностью отпускаем вес тела. Здесь вы можете полежать столько, сколько вам нужно. И когда вы почувствуете, что уже пора вставать, аккуратненько переворачиваемся на любой бок. Это важно. Не через живот встаем, а именно через бок. И садимся. И после этого комплекса хорошо сесть, устроиться удобно, прикрыть глаза. И настроиться на новый день, подумать о том, что ждет вас впереди, сколько всего хорошего вы сегодня можете сделать как для себя, так и для других людей. Настройтесь на самую позитивную волну, которую только можно сейчас поймать. И можно, когда вы уже настроились, открыть глаза. Я вам желаю хорошего сегодня дня, отличного, радостного и эффективного. И до скорых встреч!